Здравствуйте. Покажу вам еще один видеоролик. Шоурум квартиры смарт-планировки. Евро, трешку от застройщика Капитал. Сейчас нахожусь в жилом комплексе Яркий. Район Дашково-Песочня. Ориентир. Зале дом дворцом спорта. Я покажу вам квартиру, которая полностью целиком сделан ремонт. Полностью меблирована. И самое главное, покажу вам планировку. То есть вот планировка вот этой двухкомнатной квартиры, ну так она называется евротрешка, потому что присутствует большая кухня, которую можно использовать как еще и комнату. Если такую планировку увидите там на сайте застройщика, там, или там мы с вами будем подбирать, то есть у вас будет понятие, как можно сделать ремонт, расставить мебель. Но в любом случае, как будет какое-то представление, как она выглядит не в бетоне, когда вы пришли смотреть, а подготовленная уже к проживанию. То есть тут у нас на входе такие вот уже дизайнеры Капитала всегда ставят такие комодики. Это обувницы, очень удобные. То есть слева и справа, здесь вот с левой стороны шкаф-купе, где, соответственно, можно хранить вещи. Это очень важно. Как раз площадь у нас уже распределена. Такие вот всякие шкафчики модненькие, интересные, все как бы стоит. Ну, двигаемся с вами справа налево. Тут у нас представлена комната, достаточно большая. То есть можно как для одного ребенка, как и для двоих. Мест тут вполне хватит. Кровать можно и слева поставить, и справа. В принципе, место для готовки уроков. То есть вот вид из окна, цветочки. Классно. Также присутствует здесь место под шкаф. Вещи хранить. Так, застройщик Капитал, что мне лично нравится, вот такие вот делают стеночки. То есть это его не делали под шкаф. То есть это не является частью шкафа. Вот такие закутки Капитал в своих квартирах ставит сразу. Ну, подразумевая, что шкаф-купе будет размещен. И поэтому вам достаточно вот в эти стенки просто загнать. Ну, вот эти створки под, как называется там, под двери, то есть у вас стена уже как бы стоит капитальная. То есть экономит место на место, там, не знаю, и ваши деньги там для шкафов каких-либо. То есть вот. И, в принципе, грамотно место расположено. Так, дальше. Ну, в этой квартире раздельный санузел. Так вот это двушка. Вот так еще как бы грамотно, плиточка. Идеи можно также слямзить и сделать самим точно так же. Ну, или там поменять там цвета. Кто-то любит цвета там потемнее. Кто-то вот такая вот светлая нравится. Ну, вот сам вид вот такой вот интересный. В этой квартире стоит душевая кабина. Преимущественно Капитал обычно там ставит в своих шоурумах там вот эти вот душевые кабины. А так можно использовать по-разному. Можно ванну поставить. Но тут вот место под стиралку удобное. А так как бы можете подвигать, посмотреть, как вам самим будет нужно. Ну, вот такая вот идея, неплохая. Так, идем с вами еще в следующую комнату. Такая она поменьше первой. Ну, достаточно как бы для спальни, да. Вот тут как бы можно спокойно спать. Перед вами опять же место под шкаф. Тут всякие тумбочки. А напротив можно... Ну, тут зеркало, конечно, повесить себе телевизор, будете как бы смотреть. Или сюда поставить на полку, или комод какой-нибудь. Сейчас столько куча всяких штук полезных, поэтому как бы не проблема. Вид из окна. Ну, квартиры это есть в разных подъездах, поэтому вид из окна можно там посмотреть на другую сторону. Мало ли это не нравится. Тут... Мне вот, например, нравится с высоты смотреть. Так, ну и самое... Фишка смарт-планировки – это кухня-гостиная. Большая. Так, вот место, да, приготовить поесть. Там холодильник, пожалуйста. Вот тут все у вас, тут, ну, вы тут все приготовили. Тут у вас есть стол, можно там покушать. Стол можно раздвижной. Там гостей пригласить, там стол раздвинуть. Мебель чуть сдвинуть. Как бы можно и для маленькой компании, и для большой. Ну и, соответственно, у нас тут... Такое зонирование такое диваном, да, разделяется две комнаты, комната на два помещения. Отдельно как бы столовая, а это вот кухня, а это
гостиная, отдельная комната. Здесь можно сидеть, телевизор смотреть вечером, всей семьей собраться. Ну, а потом уже на ночь расходиться по комнатам, спокойно спать, друг другу не мешать. Места тут много. Вот такая вот. Такая вот территория. Так, ну и, соответственно, с кухни такая вот интересная, интересная лоджия. Ой, вид из окна конкретно, вот сейчас мы на 27 этаже. Перед вами Дашкова песочная. Вот он. Дворец спорта Олимпийский. Концерты тут проходят у нас в Рязани часто. В хоккей, опять же, любители, пожалуйста, тут занимаются. То есть рядом у вас, если вдруг жилой комплекс яркий, в котором находится, понравится, вы хоккеист, или у вас дети занимаются, вообще все тут рядышком, в шаговой доступности. Ну и теннисные корты. Такой вот интересный вид спорта. Пожалуйста, можно пошевелить булками, ножками, побегать, поиграть. С правой стороны этот жилой комплекс северный. Это жилой комплекс современник, застройщики единства. То есть вокруг все застраивается там с правой стороны. Здесь просто с этого окна не видно, строится детский сад вообще там рядышком. Это для детишек. А так, в принципе, смотрите, как Рязань с высоты 27 этажа, район Дашка песочный. Ну, или тут вы проживаете, так приятно будет поглядеть на свои какие-нибудь дома. Так, вокруг открытое пространство. Так, внизу что тут, стояночка. Ну, тут машин, парковочных мест полно и в этом доме. Ну, на всякий случай, пожалуйста, вот тут. Заправка рядом. В принципе, такие всякие штуки там интересные, все тут есть. Всякие магниты, пятерочки, магазинов кругом полно. Ну, и я уверен, там, когда здесь люди заселятся, что-нибудь здесь будет и рядышком. Потому что так у нас по инфраструктуре обычно по магазинам стоит дом многолюдный какой-нибудь сдать. Сразу там появляется какой-нибудь магазинчик, кто-нибудь заезжает. В принципе, логично. Парикмахерские всем нужны стричься, покупать продукты, поэтому не заставить себя долго ждать. Так, ну подытожим. В принципе, вот смарт-планировка квартиры. Ну, планировочка, которую показывал в начале. То есть такие планировки есть у разных жилых комплексов, застройщик Капитал. Это пример ремонта, расстановки мебели. И нужна будет консультация по наличию таких других квартир застройщик Капитал. В любых жилых комплексах по Рязани, в принципе, планировки похожи одна на другую. Но чуть там бывает меньше или больше каких-то квадратных метров в той или иной комнате. Но приблизительно все так, смарт-планировки, они очень похожи друг на друга. Звоните мне по телефону 8-910-973-33. Зовут Нетелков Сергей Валерьевич. Вайбер, ватсап. Также пишите, скину вам планировочки, цены. Будет вам над чем подумать. А надумайте покупать. Будем покупать с вами, оформляться от застройщика напрямую, без каких-либо дополнительных платежей, комиссий и переплат, что это очень важно. Так, в принципе, неплохая квартира. Обращайтесь. Можно прийти самим, кстати, посмотреть. Звоните мне, придем да посмотрим. До свидания.